Всемирная академия самбо, как оказалось, готова к борьбе не только на татами, но и к борьбе с оружием в руках. На территории академии обнаружен склад с оружием и боеприпасами. Так, фото зафиксировали? Да. В результате проведенных мероприятий изъято порядка 10 стволов огнестрельного оружия, таких как револьверы, а также и всевозможные пистолеты, вплоть до импортного производства. Вместе с оружием были изъяты боеприпасы, более 160 единиц. Это патроны непосредственно к этому оружию. В настоящее время подразделением проводятся мероприятия по установлению. Проведенным исследованием установлено, что все стволы являются боевыми. Проводятся мероприятия с целью установления истории данного оружия, его возможного использования при совершении преступлений. Кстати, напомню, что основатель Всемирной академии самбо Михаил Бурдиков, при котором в 90-х были построены и корпуса академии, и гостиница, скончался в феврале этого года.